В Исламском культурном центре Москвы состоялся фестиваль Корана. Мероприятие прошло в виде выставки. На ней были показаны самые разные, связанные со священной книгой мусульман, экспонаты. Один из самых примечательных – шелковый ковер, на котором вышиты все аяты из Корана. На его изготовление ушло 6 лет. Также на фестивале выступили лучшие чтецы Корана. Организаторы подчеркнули, что рады видеть представителей всех религий. Фестиваль продлится до пятницы. Здесь же будут отмечать окончание священного месяца Рамазан. У мероприятия нестандартный для России режим работы. Гостей там принимают до 11 вечера, чтобы все желающие успели посетить выставку и после разговения.